На звание лучшего библиотекаря года претендуют сразу две наши землячки. Всероссийский конкурс 8-й год подряд проводит Министерство культуры. Почему я решила стать библиотекарем? Да потому что это самая лучшая в мире профессия. Вот так-то вот, друзья. Внимание на экран. Ольга Келяченкова из Усинска профессию библиотекаря считает интересной и многогранной. Библиоквесты, встреча с ветеранами, конкурсы чтецов, книжные обзоры, арт-терапия для детей с особенностями развития. А Анна Мосина из Ухты из своих 36 лет 17 отдала библиотечному делу. Реализует федеральные, региональные программы, разрабатывает и воплощает в жизнь социально значимые проекты. Себя называет реформатором, любит внедрять инновации, новый опыт и традиции. Библиотечное дело. Конфуций говорил: выбери себе работу по душе, и тебе ни дня не придется работать в этой жизни. Китайский философ прав: я не работаю, я живу библиотечной деятельностью. Но не я выбирала себе профессию, это профессия выбрала меня. Мне лишь оставалось доказать, что я действительно достойна быть библиотекарем. Победителей жюри определят в конце сентября, начале октября. Награждение пройдет на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.